Регулировка рамки необходима, если у вас разбиралось устройство, либо если оно повредилось в процессе транспортировки. С применением электронного угломера устанавливаем угломер на пластину, калибруем его. Затем устанавливаем на рамку. Изначально все устройства идут откалиброванные в заводских условиях. Если вам необходима регулировка, ослабляем гайку. Вот рамка свободно вращается. Выставляем ее. Затягиваем. Проверяем. Если не получилось с первого раза, нужно попробовать еще раз. Это первый вариант. Второй вариант. Устанавливаем линейку. И меряем расстояние с одной стороны и с другой стороны. Регулировка одиночного зажима. Для этого необходимы ключи и регулировочная пластина. Устанавливаем пластину. Если нет пластины, можно взять любую другую, узкую, короткую, плоскую. Зажимаем ее так, чтобы губки были параллельны. Это контролируется зазором между губкой и пластиной. Устанавливаем угломер. Калибруем. Смотрим. Переворачиваем. Проверяем. Ноль четыре. Регулируем так. Надо открутить верхние винты. Чуть-чуть их ослабляем. Выставляем. Там было 0,4, значит 0,2 на середину. Выставляем. Подтягиваем. Проверяем. Стягиваем. Если с этой стороны открутили и недостаточно регулировки, переворачиваем, откручиваем вторую сторону. Предварительно зажав ту, откручиваем эту и выставляем уже как положено. Если у вас нет электронного угломера, можно откалибровать зажимы с помощью линейки. Устанавливаем линейку вертикально относительно стола, меряем размер. Переворачиваем
Еще раз меряем. Так, сколько там было? Ослабляем. Затягиваем. Регулировка сдвоенного зажима. В принципе, аналогично регулировке одиночного. Там вот у нас не регулируется, значит, мы с этой стороны ее подвинем. 0,3. Ну, в принципе, 0,1 в пределах допуска. После регулировки у вас должно получиться, что пластины находятся параллельно друг другу. Значит, регулировка проведена правильно. Регулировка кронштейна угломера по горизонту. Берем угломер. Устанавливаем на площадку. Обнуляем. Ну вот, не повезло. Откручиваем. Слегка оттягиваем, чтобы она могла двигаться. Устанавливаем угломер. О. Ну, в принципе, 0,3 в пределах допуска. 0,1. Калибруем. Устанавливаем параллельно оси точилки держатель абразива. Выставляем угломер. Так, сколько у нас? 13,5. Если регулировка в небольших пределах, можно просто чуть-чуть подвинуть стрелочку. Если в больших пределах, то ослабляем крепежный винт, выставляем стрелку,
стягиваю винт обратно. И второй, самый простой способ. Опускаем угломер, чтобы штанга уперлась в кронштейн угломера, и выставляем стрелку на 36 градусов. Этот угол обеспечивается особенностями конструкции.